3. Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на новое видео! С вами сегодня, как всегда, Олег Купис, а тут сегодня Кирюха Варпач, мой такой Серега Бонов. И добро пожаловать на спуск, на долгожданный спуск в GTA 5 Online! Я полетел! Привет, что такое? Нормально, понимаю, друзья, вы скучали, вы писали, просили и ждали. И наконец-таки этот день настал. Мы возвращаем спуски, как видите, да? Азиатские дырочки, Олег. А как я взорвался? Как я взорвался-то? Я смолчал, Олег. Ну, насчет Я уже забыл, как они называются. Насчет дырочек еще пока не знаю, посмотрим. Сережа, подвиньтесь. Сережа, до свидания. Куда, 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 а вот куда, туда, куда, а вот туда. Давай, давай, давай. Понятно. Как это почитать? А я прошел. Приказ 59 на всех четверых. Спасибо, Сережа, спасибо. Олег, ну, друзья, именно поэтому вы скучали. Именно поэтому. Друзья. Давай, 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 давай. Да нет, нет. Да что ты прикалываешься, что ли? Да ну как так-то? Как я ненавижу эти булки. Нет, я не взорвался, там кое-что пошло. Не попало. Друзья, если вы реально скучали, если вы реально хотели увидеть эти спутки на наших каналах, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, конечно же, на канал. Обязательно. Ребята, вы комментарии. Короче, ладно. Ладно, ладно, это всего лишь минута, это всего лишь минута прошла. Какое реально? Я вам отвечаю, вот прошло. Я тебя захуяю. Ну все, понятно. Ну все, начинается. Начинается, друзья. Вы, пацаны, вы понимаете, что мне теперь страшно? Дядя Кирюш, отстань! Не важно! Да вы что, с ума сошли, что ли? Нет, стой, пацан! Да вы что, прикалываетесь? Что же вы делаете? Дайте хотя бы со старта выехать! Никак иначе, начинается, ребята, начинается! Я вот понимаю, понимаете, это всего лишь вторая минута, и вот такое у нас будет сегодня на протяжении часа, мне кажется. Да не важно, какого разницы. Да синего я цвета, синего цвета, Серега. Так я синего цвета, если хочешь, ищи меня. Да какой желтый это, а? Какой желтый? Какой желтый? А где вы желтый цвет-то увидели, да? Нормально от всех уворачиваюсь. А как я взорвался? Ну нет, стой. Вижу Олега, вижу Олега. Давай, нормально. Ну приземлись ты, нормально. Ну куда ты летишь? Я не справлюсь. А ты не успеешь, Вы понимаете, что я сейчас самый последний, пацаны. Я не могу это пройти. А знаете, почему не могу пройти? Объясните вам или как? Или вы сами понимаете, а? Может быть, кто-то мне мешает, пока да я там вот это все, не? Как бы, да. Почему? Почему? Ага, в него самолеты летят. В меня, блин, самолеты летят. Да, ну, блин. Я, конечно, понимаю. Весело и все такое. Я пару в полете сбиваю чисто. Не-н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 е. Да я прямо сзади, Сережа, прямо сзади. Все, вот так вот аккуратненько едем просто, да. Не спеша. Попробую. Ну, конечно, спасибо большое, старый, спасибо, да. Нет, все, поехали. Давай. Нет, Старлинг, нет. Да, Старлинг, второй раз подряд уже. Ты издеваешься, что ли, а? И как Немезида из Resident Evil. Да набейся, реально, но только начинает получаться, появляется кто-то или Старлинг. Ну что ж такое-то? Мда, уж такое. Это уже какая десятая попытка за 5 минут. Спасибо, паца. Спасибо. Нет, ты не парься, Паш. Знаешь что, я ни в коем случае меня не бомбит. Вообще ни капельки, Паш. Да я тебя захуяю. Я подожду, Паш. Я никуда не тороплюсь, понимаешь? Я терпеливый человек, понимаешь? Я как бы привык терпеть, что-то все такое. Поэтому как бы нормально. Так, давай я вот сейчас просто мимо аккуратненько вот так вот проеду, да? Спасибо большое, говорили, да? Тише едешь, дальше. Все, вот тише едешь, и вот вы вот, соответственно, ну нет. Стой, направо надо, но не влево, а направо! Валешку, кто-то сейчас влетит. Ой, ну давай, ну пожалуйста, ну пожалуйста! Олег сейчас мимо улетает. Почему так? Почему? Я все жду момента, когда я реально спущусь вниз. Возьму самолеты, пацаны. Вам лучше не знать, что будет тогда реально. Каждый страдать будет. Вот, ну ё-моё. Ну а пока терпим, друзья. Пока терпим, да, как обычно. Как обычно, понимаете? Мне кажется, этот режим вот создан был просто вот реально максимально для вот такой самой... Тебе нельзя было умирать в первом раунде, Олег. Я знаю, Кирюша. Олег, никуда не пойдёшь. Не, Паш, давай-ка ты вот съедешь.
едешь, да, вот отсюда. Давай я вот сюда же проеду, да? Можно? Ну, что ж ты делаешь? Игрушечка моя маленькая. Все, отстань от меня, отстань. Все, давай, стой. А я за Олегом. Не надо никаким за Олегом ехать. Все, Паш. Дайте Олегу доехать до конца. Блять, это что такое летит за хуйня? Ну почему у тебя сразу в сторону начинает? Олег, лети, Олег, лети. Нет, стой! Олег, я тоже в тебя лечу. Нет, не надо меня лететь. Знаешь, так говорит, как будто не хотел. Не надо меня лететь. Все, отстаньте от меня, все. А ну брысь, все. Да, блин, что там не взрывается. Рефердит. Да. Че, сучка, чекпоинт взяла? Чекпоинт это меня, да. Ура. Мальчики! Что, кто там спускается сейчас, а? Кого там поймать, кого подцепить, а? Сейчас, ой, кто это у нас там спускается, смотри, а ну-ка. Ага, понятно, а вот это, ух, нифига, там грузовик. А, Кирюш, да Кирюш, да погоди, ну там обманочка такая нормально залетела, Кирюш, ты не переживай, Кирюша. Кирюш, стой, не спавнись, Кирюш, поймай, Кирюх, поймай. Не спавнюсь. Давай. Назад, верни меня. Как ты так залетел? Лети. Ты так быстро летел, лес, ты что гонишь? Пацаны, понимаете, у меня входит веки, наконец-таки реально появилась возможность немножко поиздеваться над вами, поэтому. Так, а где там Кирилл, где там Паша, где Серёга? А, понимаю. Так, Люблино, работаем, пацаны. Так, вот это кто у нас тут фазан Ивановский? Фазан вроде не скидывал, эту Котер вроде тоже не скидывал. Да блин, да где все такое? Вообще, я не понимаю. В итоге, знаешь, если стануть назад, все скидывали. Ну реально, не скидывал. Чего, я хочу хотя бы Кирилла сбить, там, Серегу сбить, еще кого-нибудь. А где все вообще? Мне проехать не дают, чтобы проехать ему не дают, просто скажи, что боишься, и все. Это кто летит такой, Кирилл, это ты, что ли? Кирилл! О, да ну как так? Я кого-то сбил, пока летел. Я маленькая птичка. За бред! Я два самолета сбил, пока летел. Я просто не понимаю, как мы с тобой там не пересеклись там все же, а? Так, ладно, Олег, Сережа. А что я-то? Это не я был вообще-то. Так, все, Олег, Паша, я взял машинку. Короче, что-то я так подумал, пофигу, короче, пойду уже реально. А нет, стоп, Кирюшенька. Олег, Паша, меня уже поймали. Ну, что за бред? Почему так быстро вас ловит? Олег, у тебя есть шанс. Олег, у тебя есть шанс. Кого поймать здесь шанс? Кого? Я фиолетовенький, что это было? Ну все, на клоунской тачке я по-любому поеду. Уверен, пойдет все намного лучше. Я прям уверен. Так, все, поехали. Значит, все. Как раз никого нет, по-моему, сейчас. Самое время сейчас проехать как раз таки. Давай. Нет. О, Давай. Да нет, я же верю, что мимо летит. Да почему так? Ай, это хорошо все начиналось. Так хорошо летели вниз. Олег, привет. Нет, Паша, Паша, не надо, отстань. Ну ты что сделал, Паша? Давай. Да ну куда меня-то? Ну да. Я вам что, мяч какой-то или что, я не понимаю. Приятно, да? Шутка, реально какая-то, мишутка. Нет, вы что, сразу втроем заспавнились, что ли? Вы с ума сошли? Там и Паша, и Кирилл, и Серега. Не получилось. Ой, нифига. Тихо. Так, Паш, лети впереди меня. Ты должен быть отвлекающим чисто этим грузовиком, который весь урон на себя принимает. Ты видал, да? Ой, я живой еще. Давай. Я проехал. У меня получилось, пацаны. Олег, Паша, нет. А что, Паша, я здесь. Паша едет. Ну давай, пожалуйста, пролети. Да нет, стой.
Долети, неважно где я, неважно где я, главное как высоко я, пацаны. Неважно где я, важно как я. Да блин, да ну почему, ну было уже так хорошо, ну вот вроде траектория, правильно. О, черного экрана не было, прикиньте, нифига себе. Это прям, это прям момент на бриллиант, понимаете, один на миллион. Причем так быстро загрузилось, да, у меня тоже сейчас не было. Да, прям нежданчик такой. Блин, привет, Олег. Ну Сережа, ну что это вы делаете, скажи, пожалуйста. Олег, поехали. Поехали, Кирюша. Давай. Это наш шанс, Кирюша. Едем. Кирюша, держись! Кирюша, пристегни ремни! Я прошел! Идеально прям пролетел! Прям супер идеально пролетел! Олег, за тобой прям сзади Серега вылетел. Не-н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 е. Куда? Куда ты летишь? Куда? Остановись машину! Вы что, с ума сошли? Вы что, сумасшедшие совсем? Вам что, совсем делать нечего? Все, уезжай! Да! Я взял чекбуэн! Че, выкусили, да? Выкусили, да? Олег Кофе не такое видал, понимаете? Не через такое проходил! Вам его не остановить, понимаете? Это было слишком сложно! Вот полетел, Паш! Это что было такое? Так, ладно, кого поймать, кого подцепить, кого туда-сюда сделать. Еще мы посмотрим, может быть, кого... Кого-нибудь поймать. Мари, я пролетай, падаю просто и падаю. Мари, пролетай, Мари. Врезаются. О, пролетел, здравствуйте. Так, нет, все, чекпоинт берем, отлично, все. Значит, где ваш подкорд? Мне страшно на этой машине, Сейчас проходить. Я боюсь, я на этой машине не пройду. Я думаю, на этом моменте можно заканчивать наше сегодняшнее видео, потому что иначе, ребята, я его просто не пройду, реально. Вот как, скажи, пожалуйста, это пройти на вот этом? Скажи, пожалуйста, Серёжа. Как? Ага, и вот и что это такое? Уже в самом начале, понимаешь, я подлетаю. Все, упал, а, ну все, понятно, все, ГГ, да? ГГ, Олег, деньги, повтори, ГГ. Повтори за мной, ага, Серег, давай ты за мной лучше повторишь. Серег, давай ты лучше за мной повторишь, а? Раскруточка, смотри, какая обожжу, а? Опа, раскрутка счета. Опа, не, ну, кто вот это сейчас был? Кто вот это сейчас был? Нафиг ты вот это сделал? Ну нормально же летело все. Извини. Так, ладно, хорошо, я не сдаюсь. Сережа, до свидания. Куда ты там пытаешься, слабачок-то, а, червячок? Куда там собрался, да? Так, все, погнали, значит. Смотрите, гоним просто. Пятая передача сразу включается у нас, значит, да? Стабилизацию выключаем, чтобы было больше скольжений, соответственно, со льдом, как бы, да? Слышь, нормально, кстати, лечу. Очень даже... Ух, чего? Да не может быть такого! Не может быть! 20 минут на этой машине. Не может быть! Сейчас что-то да произойдет, я вам гарантирую. Сейчас по-любому что-то да произойдет. Я вам сто про. Нет, давайте-ка я вот знаете, что сейчас сделаю. Я вот просто как бы, да, вот сюда вот так вот заеду, да, вот так вот заскочу. Чекпоинт быстренько возьму. Сережа, говорите, до свидания. Ема, у меня реально получилось. Чекпоинт. Стой. Серега, уйди, дай чекпоинт подобрать. Все. Наконец-то. А мы сейчас вот так вот сделаем, смотри. На! Кого-то там, надеюсь, скинул, не скинул, взорвал, не взорвал. Вроде кого-то подцепил. Ну надо было напакостить немного, это понимаю. Надо было. Так, ладно, я чекпоинт беру. Я чекпоинт. Все. Поменял Серёгу, понятно. На мотоцикле, это же вообще лихотня. Это же вообще изи. Ема, сейчас быстренько спидранчик будет, смотри. Не. Должен с первого раза пройти, реально. Ой, это что там взрыв был сейчас? Это ты был, Кирилл, что ли, с самого начала? Да, мне не дают выехать. Короче, я полетел, пацаны, вы как хотите, а я лечу. А я лечу, загладить хочу. Блять, пожалуйста. Ага, пожалуйста. Вы улетатели из ТикТока. Как такое могло произойти? Скажите, пожалуйста, как такое вообще могло произойти? А я хотели, пожалуйста. Хотели, пожалуйста. А можно? А мотоцикл можно? Хотели, пожалуйста. Да ладно. Что это такое? Что это такое? Выключите это, что это такое? Ты бы еще включил Капитан Залупа с корабля кричал. Нормально, пацаны, самое время тиктоки посмотреть, да? Ой, а кто это летит у нас? А кто это? О, ну зацепили, нормально. Кирюша, ты где? Кирюша, родненький. Так давай поможем тебе, Кирюша. Давай поможем. Сейчас доставочку оформим тебе каким-нибудь образом, какую-нибудь. И нормально все будет. Так, все, берем следующий чекпоинт. А что дальше? Что у нас дальше там по...
Ой, нет, только не эта машина. Ладно, Серег, давай, значит, покажем мастер-класс. Да, давай. Ух. Да, блядь, как обычно, а, все сзади начинается. Извини, Сережа. Да, блядь. Прости, Сережа, прости. Я думал, ты был готов к этому, как бы. Мы же, я же говорил, как старый добрый, там, вот это все. А как старый добрый начиналось, там, естественно, через одно место, через заднюю, да, вот это. Да, в принципе, нихуя не понимаю. Старт и черный экран. У меня примерно то же самое. Куда вы без меня полетели, ребята, подождите! Ребята, жги! Тихо, хорошо. Серёжа, Сережа, живи! Ложков этих пирожков, это кто летит? Чё, где там Кирюша едет-то? Кирюша, где ты наш там сладенький пирожочек? Да где я еду? Я на той же машине, блядь. Кирюха, может помочь чем-нибудь, а? Там, я не знаю, там материально можешь как-нибудь, я не знаю. С какой пизды на лыжах ты вылез-то на меня, сучара ты такая? Блин! Это чё такое там? Это чё за КПП, Кирилл? Ты с ума зашёл? Олег Манцуй, Олег Манцуй. Да какое КПП? Они сейчас взяли машины, ракеты кидают. Серега, твою ж налилось, ты, блин, ну что ж ты вот делаешь-то, а? Да ну, отпусти меня, отпусти. О, так, давай, на колеса. Ему, выруливай, давай. Пройдем. Давай, да я вижу. Как это так-то получается? Как это проходится-то вообще, ребята? Лайкусик обязательно за такое, ема, скилла. Так, все, значит, чекпоинт быстренько подбираем. Слушай, не, я думал, оно не сложновато будет. Оно не прям как блинчик, блядь, по массу пролетелся, и все хорошо. Мне так и самолетах, мне в сраку, блядь, машина-ракета прилетит. Ну на этом прям вообще легкотня будет, прям вообще легко. Так, все, значит, вот так вот делаю. И полетели прямо в космос, прямо to the moon, как говорится. Все, сейчас надо вот так вот, смотри, вот так вот, сальтухи крутим, давай. Ема, если я сейчас приземлюсь туда, куда надо, это будет просто супер гениально. Конечно же нет. Я впервые за 20 минут приземлился на платформу. Хорош, Кирюха, молодец, Кирюха, красавчик, реально, а? Только я боюсь этого, да куда, меня подрезают, а воздух. Вы чего, а? Как это? Приземляемся идеально. Привет, Кирюша! Нет, стой, не туда, в обратную сторону. Кирилла, гаси Кирилла. Быстрее, гаси Кирилла. Блядь, какие, а? Я здесь пролезу, изверги сраные. Я, блядь, пролезу, гандоны. Я помогу, Кирюша. Спасибо. Да блин, Кирилл, у меня чекпоинт подобрался, быстрее мешай, Кирилл, быстрее. За одну серию, блядь, быстрее. Всех. В смысле быстрее, ты меня первый толкал, ты первый был в списке, кто на меня рыпался. Ладно, за 30 с лишним минут впервые машину поменял. Кирюх, по-моему, ну, проблема на самом деле была не в нас, не в ком-то там, да, как бы. Да, всё было намного проще. Смотри, сейчас Кирилл взорвётся. Не взорвался? Ты живой. Не взорвался, смотри, а? Смотри, Олег, я профессионал. На удивление, это ошибочка оказалась, смотри, а? Разворачиваемся. А ты на чём? А, так ты только на мотоцикле, Кирюша, реально, а? Ты посмотри на него. Да, меня толкали, так сейчас изи пройду. Они только меня толкали, по-моему. Я не видел, чтобы тебя толкали. Да, что, да. Кирюша, откуда ты уже? Я в следующий раз тебе забыл, сделаю, чтобы ты видел. О, я Пашу уничтожил, а он меня нет. Лох. Не, ну подожди, стоп. Паш, ты видел, чтобы Кирилла толкали? Я вот, по-моему, не видел. Серег, ты видел, чтобы
Кирилла толкали, Серег, ты видел или нет? Ну вот, я тоже не видел этого. Я тупо на финиш. Я не знаю, ребят, вы видели? По-моему, не вижу, не было видно. Все, изи, а следующий поинт без чем за минуту взял. Ну вот, кстати, вот на этой машине будет сложновато, мне кажется, проехать. Она такая, достаточно неудобная. Она разваливается все. Да. Она, хотя... Но она, видите, она очень подпрыгивает, вот так. Не, Паша, куда? Ну что ж ты вот такой вот. Летим! Давай! Нормально! Хорошо, даже бы сказал! Ой, ну Сережа! Тихо, ну я не вижу, куда лечу, не вижу ничего! Идеально! Не надо! Хорошо! Не надо, пожалуйста! Да пожалуйста, не надо! Пожалуйста! Все, давай, поехали! Давай! А где самолет? Нет! Тихо! Обманцевали! Хорошо! Давай! Чекпоинт! Да! Ура! Наконец-то! Опа! А это кто у нас тут такой? А это у нас кто такой? Здравствуйте! Надеюсь, вы упали. Надеюсь, очень сильно на это. Так, а сколько там чекпоинтов? А мало чекпоинтов, по-моему, осталось, да? Там вообще, по-моему, немножечко. У меня вообще даже половины не прошел. Ой, Кирюша, я давай послежу за тобой, как ты сейчас будешь туда проходить. Так, и в чем проблема у нас? Так, и в чем проблема у нас, Кирюша? Все, по-моему, прекрасно. Нет проблем, да? Я ничего не видел, Кирилл. Я обогнал тебя и не увидел, что там произошло, поэтому не могу сказать. Там меня на самолет-то тянули. Ничего не могу сказать, Кирилл, ничего не... Оп, давай, на колесики. Хорошо. Переворачивайся. Почитайте чат. Он из дома не выйдет. Серега, если нельзя, Олег... Что? Тихо. Поехал. Давай. Все, поехал. Давай. Прям чекпоинт. Давай. А, так финиш, подожди. Давай, сюда. 20... О, так все. Финишная прямая уже в натуре. Че, можешь... Ой. Блин, не получилось, Кирюша-то, не получилось, да, Кирюша. Чё, Кирюха долетел, что ли? Долетел, да. Ооо, скидывайте его, пацаны, чё там стоите-то? Олег, ты сейчас увидишь, что за машина. Гандоны ебаные, блядь! А что, Кирюша такой, а что на этом? Я рот ебал ваши спуски. На шести колёсах ехать, серьёзно? На вот этой вот тачке Зарени, ну блин. Ну куда ты, фазан, долетишь? Ну давай, вот, на колеса встаем, вот так, и поехали. Куда Зевс обгоняет? Куда на обгон пошел? Я не так понял. Было, да, все, поехали. Не-не-не-не-не-не, нормально. О, да ну... Молодец, Кирилл. Стой. Нормально. Вот так, Ема. Да ну нафиг. О, чудо, это на чем мы там, погоди? А, на машинке пульт управления, серьезно, что ли, а? Ну что, пацаны, можете меня поздравить, потому что я финишировал, да! И часу не прошло, друзья, но мы прошли этот спуск. На самом деле, реально, было тяжеловато, но мы справились с этим. Я надеюсь, друзья, вам понравился этот видос, и поставили, конечно, обязательно лайки, конечно, Олег, подписались на все наши каналы. С вами сегодня были, как всегда, Лью-Кофи, Кирилл Варпач, Паша Квинца, Серега Полтов, все ссылочки в описании. Огромное спасибо за просмотр. Всем до скорой встречи, друзья, и всем пока. Пока, ребята, в 9 любим и уважаем.